заботиться о близких, создавать уют, делать мир вокруг себя прекраснее. Такая ответственность лежит на плечах женщины. И когда ее глаза сияют от счастья, она может и горы свернуть. Подарили приятные эмоции представительницам прекрасного пола Щелковского района в преддверии 8 марта в театрально-концертном центре «Щелковский театр». Женщин жить нельзя на свете, наше счастье, как сказал бы. Трудно признаться снова, и я влюблялась снова в вас каждый раз, только час. Мама, сестра, дочь, бабушка. Глубоким смыслом наполнено каждое слово. 8 марта – еще одна возможность сказать женщинам спасибо. Повод для того, чтобы выразить любовь и уважение к прекрасному полу. На весенний лад дам настроил вечер оперетты. Звучали знаменитые произведения, теплые слова. Милые, дорогие, любимые, наши единственные, самые неповторимые, очаровательные женщины. В этот праздничный весенний день, с небольшим морозом, конечно, но тем не менее – радость от этого не меньше. Мы вас очень любим и хотим, чтобы у вас в семьях все было хорошо, чтобы на столе было всегда что поесть, чтобы в семьях был лад и склад, чтобы вы оставались такими же красивыми и любимыми, чтобы над вами всегда было мирное небо. С праздником вас! Международный женский день был учрежден более века назад. Тогда женщины начали активно выступать за равноправие и свои социальные права. История возникновения праздника олицетворяет неукротимый дух женщин. Сегодня представительницы прекрасного пола работают наравне с мужчинами и добиваются успехов в разных сферах. На праздничном мероприятии знаками за трудовую доблесть, почетными грамотами наградили женщин, которые своим трудом делают мир лучше. Я очень благодарна за оценку, высокую оценку моего труда. Труд у нас теплый, во благо, поскольку мы проектируем газопроводы, а газопроводы – это тепло, это свет в домах, это уют. И мы очень любим свою работу, мы стараемся. Мы помогаем беременным женщинам, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наша команда, это не я лично делаю, это наша команда «Зарождение», она старается помогать людям, наверное, за это. Конечно, это очень приятно, что оценена моя работа. Я работаю в этом архиве уже больше 27 лет, что оценили так мой труд, очень приятно. Накануне, тем более, 8 марта. Сегодня Международный женский день, пожалуй, уже утратил политическую подоплеку и просто символизирует уважение, любовь и нежность, которых бесспорно заслуживают все представительницы прекрасного пола. Ведь каждая в первую очередь хранительница домашнего очага. И во многом именно от женщины зависит, какая погода будет в доме. Ведь когда счастлива женщина, она дарит счастье и всем вокруг. И пусть те пожелания, которые звучат в этот весенний праздник, обязательно исполнятся. Есть три слова, которые, наверное, олицетворяют самое главное качество женщины. Это вера, надежда и любовь. Мы сильны своей любовью, на нас всегда надеются, мы верим в наших мужчин. И мне хочется, чтобы каждая женщина 8 марта и в другие дни, знаете, была счастлива. А в это понятие счастья каждый вкладывает свои маленькие радости. Вот пусть женщина Щелковского района будет счастлива. А мужчины в этот день, любимые, родные, коллеги, носят их на руках. Без женщин мы, мужчины, никуда. Потому что на их хрупких плечах лежит огромная ответственность за все, что происходит и с нами, и с нашими детьми, и вообще все, что происходит и в нашем районе, и в нашей стране. Хочется пожелать в первую очередь хорошего, великолепного, солнечного, весеннего настроения. Хочется пожелать всем, конечно же, здоровья. Хочется пожелать, конечно же, любви и взаимопонимания. Всех с праздником, и мы вас любим. К поздравлениям присоединяются Олеся Богданова, Александр Аржевский и весь коллектив телерадиокомпании «Щелково».